Здравствуйте! Давайте сегодня разберем обзор ореха макадамия. Макадамия – это высококалорийный австралийский орех. Конечно же, бытует мнение о том, что это орех, который диетический, но, как и любой орех, он не может быть диетический, так как содержит очень много килокалорий на 100 грамм ореха, например, 720 килокалорий на 120. Ну и, естественно, жиров 75,8 грамм на 100 грамм, но это тоже достаточно много. Белки он имеет, конечно, 7,9, почти 8 грамм белков на 100 грамм. Ну, вода, зола у него есть, углеводы 5,2. В принципе, если употреблять его в достаточно больших количествах, то это достаточно энергетически емкий орех, ну, как и все остальные орехи. Поэтому, если соблюдать меру, этот вид орехов считается самым дорогим в мире, потому что его сложно выращивать, он подвержен нападению вредителей, само собой, а само дерево начинает плодоносить только на 8 или 10 год. Макадамии созревает под жарким солнцем на протяжении полугода. Спелый орех имеет шарообразную форму в диаметре 1,5-2 см. Я чуть дальше покажу, именно в какой упаковке он идет и как его открыть, потому что даже если вы захотите его просто, ну, например, по дороге открыть, у вас, наверное, даже и не получится это сделать, так как кожура у него достаточно жесткая и требуется специальный ключик для того, чтобы подорвать и очистить кожуру для ядер. Открыв этот орех, вы сразу же поймете, что он визуально похож на фундук, но немного даже светлее, чем фундук. Фундук немного коричневее. И, конечно же, по вкусовым качествам он намного лучше, чем многие представленные орехи на рынке. За счет своего плода, так как сушат сразу вместе с плодом, и вот эта мякоть придает ореху такую специфическую сладость, я бы сказал. В заводских условиях для снятия скорлупы используют автоматическую линию с двумя валиками. Расстояние между валами сделано специально меньше, чем средний размер ореха. И в результате скорлупа лопается и осыпается, а ядра остаются целыми и движутся для дальнейшей переработки. В обычных условиях продается пакет 400-граммовый. В этом пакетике 400-граммовом идет 4 ключика специальных. Ключики вставляются в специальный распил ядра скорлупы этого ореха. Повернув этим ключиком, вы можете легко достать ядро. Другими же способами, ну, можно, наверное, использовать какой-нибудь ножик для того, чтобы точно так же вскрыть. Потому что при продаже такого ореха меньше, чем, например, 100 грамм, ключик, конечно же, вам не будет предоставляться. Сейчас известно 9 сортов макадами. Из них 5 растут исключительно в Австралии. А остальные культируются, конечно же, на Гавайях, Бразилии, Калифорнии и Южной Африке. Я бы хотел остановиться на составе и наличии полезных веществ. Макадамия содержит большое количество питательных веществ. Главными являются витамины группы В, Е и ПП. Достаточно много находится в этом орехе минералов, такие как кальций, селен, медь, фосфор, цинк, калий, натрий. Органические кислоты и жиры. Что же касается полезных и лечебных свойств, то ореху макадамия приписывает множество полезных свойств. Считается, что систематическое употребление орехов в пищу придает силу, снимает головные боли, вызванные мигренью, устраняет проблемы с кожей, нормализует цвет кожи,
ну и жирность. Такие вещества ореха способны выводить накопившийся излишний холестерин из организма, что является прекрасной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Помогает при заболевании сустава костей. Их принимают в лечебной терапии при ангине, менингите и артрозе. Ну, конечно же, я читал о том, что диетологи рекомендуют принимать для снижения веса горсть орехов ежедневно. Честно говоря, я не знаю, о чем идет речь, потому что достаточно жирный сам орех. Но в небольших количествах, наверное, в связи с органические кислоты и жиры, наверное, они способствуют именно этому очищению обменных процессов в организме. В промышленности из макадамии производят эфирные масла, способные лечить ожоги второй степени, выводить токсины, омолаживать кожу, разглаживать мелкие морщины. Масло макадамии по своим свойствам очень схоже с жиром сальных желез человека, поэтому его используют для стимуляции подкожной микроциркуляции крови, укрепления волосяных луковиц, опять же. Если же вы будете использовать в кулинарии этот орех макадами, то он очень неплохо будет сочетаться с шоколадными десертами, всевозможные салаты. В салаты можно ложить, кстати говоря, мелкий орешек. Ну или в конечном итоге чищенный орех можно будет порезать на мелкие кусочки и добавить в какой-нибудь из салат, например, с морепродуктами. Опять же, по моему опыту, я думаю, что его можно употреблять неплохо, он сочетается с хересом, ну или попробуйте его обязательно с крепким кофе. Ну как же не сказать про опасные свойства макадамии. Но я думаю, что вы сами знаете о том, что все есть лекарство и все есть яд, так как необходимо знать меру. Имеет, конечно же, макадамия противопоказания к употреблению. Но, опять же, только тем, у кого есть специфическая аллергия на индивидуальную непереносимость этого продукта. Лучше всего обратить внимание, у кого сразу на фундук, например, аллергия, значит, на макадамию тоже будет. Животные, кстати говоря, вообще, собаки, кошки, не дай бог, съедят, они, конечно же, отравятся. Теперь я хочу вам показать, в какой упаковке, вот вы видите, в какой упаковке он обычно приходит для продажи. Конечно, ее можно вскрыть, эту упаковку, но и в розничной торговле можно, вы можете увидеть, как с этой упаковки там по 50, по 100 грамм могут продавать их. В этой упаковке, как я уже говорил, идет 4 ключа, 4-граммовые упаковки. Если человек покупает 100 грамм, в этой упаковке, по-моему, 800 грамм, и на каждые 200 грамм вы можете получить ключик, специальный ключик для открытия этого ореха. Кожура или скорлупа у этого ореха достаточно жесткая, тяжело открывается. Поэтому ключом лучше всего. Можно, конечно же, в прорезь вставить ножик, и открытие будет очень даже неплохо. Вот я попытался его открыть, и вы видите, каким образом он выглядит при открытии. У макадамии самая прочная скорлупа среди орехов. Интересные показатели макадамии в том, что макадамия самый рекомендуемый из орехов для диеты всех типов. Несмотря на калорийность и высокое содержание жиров, макадамия понижает уровень холестерина в крови, хотя должна, по идее, повышать по всем показателям. Какой-то интересный орех в этом отношении. Ну и, конечно же, экологическая ценность этого продукта высока, так как вы понимаете, что этот орех собирается не на полях, его специально не кормят ничем, он растет просто самостоятельно, на Гавайях, например. Макадамия – самый гавайский орех среди американских орехов. Почти 60% общемирового производства макадамии выращивается в американском штате Гавайи. Скорее всего, купленные вами
австралийские орехи, конечно же, будут выращены в США, чем Австралия. Еще такой немаловажный факт. Макадамия – самый священный орех для австралийских аборигенов. Я хочу вам сказать, что если вам понравилась информация, которую я вам предоставил, то, конечно, ставьте палец вверх, то есть лайкайте. Да, если вам же не понравилось, то, соответственно, под видео есть палец вниз, это дизлайк обязательно ставьте. Вот, подписывайтесь на канал, я еще буду вам рассказывать, обзоры делать всевозможных орехов, и не только орехов. Вот, и пишите свои комментарии, что мне понравилось или наоборот, что понравилось. Всем пока!